Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Tomb Raider. Вернулся немножко я назад, потому что хочу подобрать кое-что. Так. И сходить в могильник, вот в этот, как в гробницу. Так, у меня где-то тут еще гробница была. Вот она. Ну, это все по пути. Так. Ну да. Здесь нам только вверх сейчас. Откуда ураган? Вот вроде не было его. Давайте переждем ураган. Кричали они. Хорошо. Кричали другие. Так. Многие миссии нам пока недоступны, потому что у нас все еще нет кометы. Вот для нее все есть, для кометы. А самой кометы у нас нету. Вот это плохо. Там зажигательные стрелы, как я понимаю. Или так. Наверное, да. Так, ну, где поджечь-то есть. Так, вот, я только одно не пробовал, конечно. Давайте попробуем. Вот так. Так, чтобы зажечь, нужен огонь. Да я... Ну, разве против? Что нужно... Или что, я должен с огнем тут везде бегать? Где-то же был огонь. Ё-моё. Всё, ураган весь огонь потушил. Как бзда. Так, мы куда? Нам надо куда? Наверх. Так. Кажется, что так наверх, что так наверх. Так что... Ураган затушил весь огонь. Ну и не очень-то хотелось. Так. Вот. Вот там, куда стрелки показывают, у нас первая пещера. Так. Ну давай, ураган-то здесь откуда? Это же пещера. Давай. И разок. Вот так вот. Ну хоть глянем сейчас, что она из себя представляет. Так. Смотрим. Привязанный, господи, жертвоприношение. Это какая-то берлога чья-то. По-другому быть пока не может. Так. Два пути или путь один? Разделенный вот этой пикой. Там что у нас? Мрак и темнота? Хорошо. Я, как я понимаю, тут должна быть головоломка. Так что... Смотрим. Так. И поджигаем. О, мы открыли лагерь. Это хорошо. Так, назад. Где? Все. Лагерь. Мы открыли лагерь. Мы идем к карте. Мы идем. Карте, хотя должна быть гробница, если я не ошибаюсь. Что за оно? Или просто гробница и карта? Двор императрицы. Нет, все-таки. Жертвоприношение, убийство. Нигде нет сведений о таких обрядах Яматая. Так, так, так. Возможно, их просто уничтожили. Что мы тут видим? Так. Игра поставлена так, что тут ошибиться невозможно, я так понимаю. Так. Ну давай, давай, давай все поджигать. Не знаю пока зачем. Но раз это все горит, надо поджигать.
Давай, девочка. Так, ага. Вот. Я поднялся. У меня еще огонь. Ага, скинуть. Скинули. Что получилось? Чуть повыше. Так. Теперь мы должны зацепиться. И вверх. Так, отсюда куда? А, вон она, стена. Так. Ну, это что-то очень легкая гробница какая-то. Пока что. Пока что. Так. Ага. Возможно, это возвели в честь ее жриц. Невероятно. И открывай сундук. Что мы там имеем? Если просто сокровища, то они меня не интересуют. Что? Ух ты, что ты взяла-то? Покажи. Гробница презренного пройдена. Так. Ну да бог с ним. У меня показано, что тут где-то карта должна быть. Или что? Или я карту взял? Или что я взял? Это что? Это карта сокровищ? Ну. Это я сюда за картой сокровищ, что ли, шел? Что-то я как-то... Подождите. Так, ну вот гробница есть. Это я вот как, получается, сюда зашел. Так, прошел. Ладно. Спорить не будем. Ну, у нас показано, что мы взяли карту. Хорошо. Также у нас показано, что мы... Лагерь. Ага, вот лагерь. Назад. Давай. Утекай. Красавицы уже лишили своих чар. Машины в парке, и все гангстеры спят. Вот, кстати, вот этот огонек нам сейчас поможет. Если ураган этот не кончился, конечно. Если он нам не затушит этот факел. Так, мы проходим. Так. Там вверху какой-то артефакт, видимо, был. Мы его взяли. Карта. Так, нажмите там, чтобы изучить особые места на карте. Так, какие мы особые места на карте? Ух ты, ух ты. Артефакт. Ну тут все закрыто. Как к ним пройти? Это как по тросу, по-моему. Так, вот меня только смущает, почему везде вот... Давай, давай, девочка. Так, вот я... Ну да, вот, получается, вышел отсюда. Так и показано на карте. Так. Огонь у меня. Так, где-то там что-то надо было поджечь. Мы собирались. Только где? Так. Внизу где-то. Или наверху где-то. Или где-то. Так. Вон, что-то блестит. Так, а как нам туда добраться? Давайте-ка вот так вот. И... Так. Бежим посюда. Что у нас? Кто-то упало. Кто упало, то пропало. Где ты? Где-то тут сверкало. Нет? Или где? Вон там, наверху сверкало. Так. Наверху. Значит, мне надо повыше подняться. А повыше я могу подняться? Ну-ка, вот здесь вот. Вот. Смог. А я... Блин, а тут что, проход был, что ли? Да. Так, ладно.
мы взяли. Что-то тут еще есть. Ага, это уже в домике. Это... О, смотрите, яйца. Наконец-то хоть одно гнездо нашли. Так, впереди. Так, это балка. А вот зачем она тут стоит? Зачем это все? Так, так, так. Нет, нет, нет. Стой, 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 стой. Вот это тут не так. Так, тут есть документ. Ну вот оно. Через 2 недели. Это потом. Еще один внизу. Так, это монета, наверное. Похоже, вещь американского морпеха. Интересно, тут была крупная часть или небольшой отряд? А какая разница-то? Эти отметки означают потерянных друзей или убитых врагов? Так. Это выдернуть надо. Здесь, да. Давай, ползи. Так. Куда мне надо? В дом. Вот сюда. Так. Как нам попасть ко второй гробнице? Йоу, давай, девочка. Вперед. Ну, что ты уж сама там должна. Вон, в дом. В дом попасть. Как нам попасть в тот дом? У нас есть. Ну, не столько много у нас вариантов-то есть. Он оттуда прыгнет, только если. Но мы теперь знаем, что вот здесь есть подъем. Нам не надо это все бегать. И. Ага, не все так просто, девочки и мальчики. Дверка-то закрыта. И я как понимаю, надо какой-то взрыв устраивать, чтобы туда попасть. Понятно. И давай. Давай, 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 девочка. Мы с тобой. Только всего прошли. Ой, мама, не горюй. Ты сейчас и меня хочешь подвести? Да ни в коем разе. Так. Мы вот сюда как-то надо. Вот сюда, сюда, сюда. Ну да, звучит именно как-то так. А вот как сюда, сюда только попасть? Вот в чем вопрос. И стена-то есть. Но со стены вон там я точно уже пробовал. Не получится. Но вот здесь вот, может, вот, вот так вот надо в нее попасть и потом подтягиваться отсюда. Не вижу ничего такого, чтобы мне могло помочь прийти туда. Итак. Вот вообще ничего не нахожу пока что. Так. Хотя если по карте смотреть, вот сейчас вот где-то мы должны найти этот переход, чтобы попасть сюда. Есть, конечно, еще один маленький такой небольшой шансик. Это мы когда кругом пройдем и обратно будем спускаться после нашей миссии там.
Тогда только сможем туда попасть. Так, ну водоем только точно поди не надо здесь. Так. Как туда попасть? Давай, девочка, ползи. Давай посмотрим. И на жопе. Чё? Серьезно? Ты чё, тварь такая? Ты померла на ровном месте. Господи. Что за... Пошли. Пальцем не задень. Ты меня разочаровала. Так, я туда не полезу, зная, какая ты мягенькая, слабенькая. С мужиками драться так нормально. Давай, давай. Вот так. Теперь где-то с левой стороны. Как? Давай. Вот отсюда мы залезем, конечно, сюда. А, вот оно. Чё, Михалыч? О, господи, нужна помощь! Вот так. Что еще? Я... Если вы помните, я же обещала прийти за каждым из вас. Так, вот мы попали. А нам куда надо вообще, по идее? Нам сюда не надо? Нет, мы. Нам надо туда. Не, мы правильно шли. Просто мы здесь отвлеклись, ну ладно. Вот. Ничего не имею против, чтобы сходить в еще одну пещерку. Видели? Вон она лежит, книжечка. Так. Ты сможешь допрыгнуть? Честно скажи. И... Так, вот мне почему-то кажется, что не сможешь. Ну ладно, хоть не разбилась, ты меня уже радуешь. Это уже хорошо. Давай, возьмем. Что у нас здесь? Кто-то часто рассматривал эту фотографию. Ее постоянно складывали и раскладывали. Да, симпатично. Он вернулся домой. Этот остров забрал слишком... Много жизни. Так. Вот, прямо. Так, подождите. Куда прямо? Туда наверх, что ли? Так. Или куда? Мы сюда, если пройдем. Нет, давайте-ка назад маленечко. Так. Здесь нам, да, действительно, только так перелететь можно. Так, а здесь? Нет, походу делать без этой штуки. Нет, здесь ничего не светит. Я сюда, видимо, рано пришел. У меня почему-то такое ощущение складывается. Рано я пришел. Ну ладно, хоть давай посмотрим тогда, что у нас вот здесь. Потому что, смотрите, столб на столбе тут. О, яйца. Так, легко приготовляются, видите? Потом придем сюда. Как-нибудь. Ну, хотя по сюжету-то вроде как уже и не надо. Раз нам... Это нам надо для опыта. Для опыта. Для опыта. Опыт. Ну, тоже неплохо. Вот, кстати, давайте подожгем вот эту штуку. Где огонь? Так, огонь.
Где огонь есть? Внизу есть огонь, так. Давайте-ка посмотрим вот здесь. И когда напрыгаешь и ничего, а там подскользнулся. Чей огонь? Иди на запах гари. Вот еще поджечь можно. А ты... Так. Ну это точно не допрыгну, тут даже стараться не надо. Так, к этой штуке мы привязываем. Раз, можно направление. Два, направление. Как вот сюда с огнем-то добраться? Оттуда только. Да, опять же. Ты с огнем лазить умеешь вообще? Ладно. Ну, полезли вверх. Нету огня. Может, кстати, когда ураган стихнет, если он стихнет, то будет получше. Так. И сюда. Так. Нет. Здесь проход только на один раз. Это еще раз. Ого. Так. Все. Идем в лагерь для перемещения. Ну давай, тварь, ну залезь, запрыгни, ты что, ты устала? Буря же все-таки. Холодно. Перемещение. Перемещение у нас. Ну, в этом, кстати, можно. Лагерь все-таки называется. И йоу. Давай. Панк. Вот здесь. С таким кульбитом ты не разбилась, тварина. Давай, ползи. Но это не обязательно. Я вот так хорошо вижу. Мне все-таки природа свойство дала такое. Инстинкт. А ты? Сейчас никак. Почему никак? Еще как? Ты просто не хочешь. Ты просто маленькая, ленивая вредина. Так, ага, хрен там, только где палатка перемещается. Вот почему-то я вот так и думал. Так и думал, что где палатка. Где палатка? Там и перемещение. Так. Ну давай побыстрее. О, кстати, огонь. А туда надо вверх подняться еще. Даже не хочу стараться сейчас, ну не сейчас, по крайней мере. Что ты? Да ты даже не умерла. Я же знаю, что с такой высоты с тобой ничего не будет. Вот если ты просто запнешься, подскользнешься, ударишься там. Слегка. Ну тогда да. Ну и с такой высоты, ну, тебе ничего не грозит. Давай вот даже еще разок с водопадом. И... Папа, вот видишь,
Ничего не произошло. Больше орешь. Давай, телепортируйся. Так, ты мне нужен? Ты мне не нужен. Быстрый переход. Быстрый переход нам нужен. Нужен. Вот сюда нам нужен. Tomb Raider. Всаживайте стрелы в стены рядом с врагами, чтобы отвлечь их внимание. Уже уж во врагов. Внимание, отвлекать еще. Так. Еще раз нападет на меня. Интересно, я хочу еще раз в рукопашку вступить с ним. Нет. И мне туда никак. Ладно. Давай, взламывай дверь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давай, 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 давай. И... Что нас ожидает? Я почему-то говорю, очень не верю, что где-то предатель. Ну, все сгнило. Как на атомной ядерной АЭС. Алекс. Атомная ядерная. Может быть? Да. У вас что там? Пульт сломан. Что задышите? Только не говори, что ты бежишь. Придется все сделать вручную с инженерного пульта. Хорошо, сделаем. Ну что ж, надеюсь, справлюсь. Конечно, справлюсь. Но сначала его нужно найти. На этих старых вышках их размещали высоко. В смысле, очень высоко. Очень высоко. Да без проблем. Опять наверх. Прекрасно. А что ты расстраиваешься? А ты бы хотела все время вниз? 6 сентября 82 года. Итак, я остался один. Остальных больше нет. Оно и к лучшему. Я наблюдал со скалы, как буря швыряла и крутила их самодельная утлая суденышка. Свинцовые тучи нависли над самой водой, как карающая длань, тянущаяся к одинокой, обреченной на гибель лодке. Этот шторм не пережил никто. Буря налетела неожиданно и была явно локальной. Понятно. У него первые подозрения. Так. Мы видим. Ага. Так, подождите, мне получается через стену сейчас сорвать надо. Так. Что мы тут еще видим? Пропагандистский этот. Сейчас мы тебя сожжем. Пропагандирует, ума не приложу. Да, как это богиня солнца изображена, что ли? Так. Горячая. Ну зачем? Вот зачем ты трогаешь? Так. Аккуратней. Аккуратно. Вот я тебе хорошо. Хорошо, что я куртку на тебя надел. А была вот в одной майке. Давай, вниз. Вот так. Только бы эта вышка заработала. Аккуратнее. Аккуратнее, я тебе сказал. И меня слушай. Так. И ногой. 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 Да, был еще раз ногой. Так, ураган кончился. Вот аномалия. Только что был ураган везде, по всему острову там. А сейчас он кончился. Ну, кстати. Снег. Аномалия. Аномалия. Да я говорю, аномалия. Я говорю, там ураган только что был. Он видел в окошко. Так. Лагерь. Мы разобьем лагерь. Так, лагерь.
Что он нам несет, этот лагерь? Так, аккуратней, осторожнее. Вон там какая-то штука была. Давай. Пошел отсюда. Гуляй, Вася. Черт, сколько их тут? Вот так вот. Да высовывался. Вот он наверху. Давай. Давай, я в шею тебе попал. Только сбрякали тапки. Ты в меня стрелять хочешь? Ну, дебил. Где ты? Вон он. На. Давай, ты в рукопашку. Ты умрёшь. Вот так вот. Так, первый. Есть. Что, я молодец? Кто молодец? Я молодец. Господи, тут еще рассчитывал, что я думал, из автомата буду стрелять. Вы что? У меня всего полно пока что. Так, нет, туда, а надо туда, туда, туда. Так, это что? Какие-то солдатские личные жетоны. А жетон смертника. Так. Смотрим. Карта, ага, вот. У них, значит, карта это. И как нам к ним? Посюда. Ты чё за дебил? Ты же видишь, я... О, вон он. Наш прославленный герой. На. Ой-ой-ой, надо подестрелу это оставить. Так. У нас, ой, сколько у нас здесь трупов. Это все мне, тебе. А за что? Просто так. Так, зачем нам здесь огонь? Значит, надо что-то поджечь. А что мы можем поджечь? Пока ничего не вижу.
А карта там. Так, ладно. Но. Так. Давайте сюда здоровяка. Здоровяка, значит. Хорошо, я вам покажу здоровяка. Вы увидите, что я здесь самый здоровый. Что, или он в броне? С щитом, ё-моё. Так. Уклоняйтесь. Ты справишься. А затем можно контратаковать. Вот так. Ладно. Теперь мы знаем, что это за тело. Так. Конечно, справлюсь. Так, так, так. Есть один вариант. Вот так. На. Вот так. На. Так, ты последний был, что ли? Я не понял. Стрелы. Стрел полно. Так, это я вообще где? Окрестности базы. Ну, кстати, неплохо. Так. А нам надо. Так. Найти на телах врагов в разных ящиках. Модифицируйте оружие. А, вот этот, наверное. Модифицируем. Будем модифицировать. Ну, сейчас-то не об этом речь. Так. Я не понял, у меня что. Так, ладно. Что мы имеем? Так, так, так. Понятненько, ясненько. Так. О. Зайди сюда, обезьянка. Ты ж моя умняшка. Бываешь иногда. Иногда так затупишь и забесишь.
Блин, вот так хорошо ты его забила. Но бывает иной раз. Какой херню ты занимаешься? Мама, не горюй. Только не надо складывать на меня что-то, я все виной. Я наоборот всеми руками за тебя. И скрытие происходит. Крыли. Кстати, как и тебя. Так. Что нашли? Который выдавали снайперу второго класса в армии императорской Японии. Вот. Иероглифы Канзи. Читай имя, да. Так, а я не понял, мы что, карту не взяли? Почему мы не взяли? Стоять? Ага. Я хотел просто сжечь это. Почему мы не взяли карту? Она вот на соседнем здании, вон там. Что нам помешало? А? Что тебе помешало взять эту карту? Вот здесь вот. Давай, раз. Ну вот же, есть место, я же вижу. Так. И вот здесь тоже нет. Ну, здесь я так и предполагал, что не должно быть. Так. Угу. И как тебе туда забраться? Вопросов. Как к тебе туда забраться? Дверь? Нет. Так. Ну, мы видим. Мы видим. Здание. Видим, как веревка. Так, но это спуститься уже. Только с нее. А по ней же подняться не, мы не можем. Правильно я понимаю? По ней подняться мы не можем. Да. Так. Понятно. Так. На вышку мы не можем залезть сюда. Эй. Так. Ну-ка, ну-ка. Я что-то вижу. Нам надо вон туда. Давай. Давай, девочка, вперед. Вперед. Взять след. Вот ты прибежала сюда. Теперь тебе надо еще выше. Так. А теперь отсюда. Йоу. Вот так. Мы все взяли. Чего-то у нас максимум. Так. Вот она. Карта. Координат. Так. Карта, координат. Тут о, какой-то документ рядом с лагерем. А лагерь у нас где? А лагерь у нас в этом же доме. А, ну мы просто еще не открыли этот лагерь.
Наверное, так. Так, вот мы добежали. Так. Вот у нас лагерь. Быстрый переход осуществим. Так. Где-то тут у нас документ. Вот он. Блин, сливается с матрасом. 17 сентября 82 года. Постепенно разрозненные мысли выстраиваются в некую логическую цепочку. Чтобы раскрыть тайну этого острова, сначала необходимо понять, что здесь произошло когда-то. Потребуется время, чтобы изучить это место. Тут полно загадок. Главное из них — это остаться... Понятно. Так, что у нас есть? В этом документ, вот еще один. Даже не знаю, стоит ли туда идти. Ну, вроде так-то недалеко, вот он. Так. Вот здесь вот документ. 13 октября 90 года. За прошедшие годы здесь не раз появлялись другие люди, но я старался их избегать. Если же они становились у меня на пути, я устранял помеху. Но теперь понятно, что одному не справиться. Чтобы чего-то добиться, мне нужен полный контроль над островом. Итак, следующая задача — собрать небольшую группу верных последователей с четким пониманием жизненной... Понятно. Короче, он так и решил подчинять себе их, чтобы открыть тайну этих бурь. Ну, видишь ли, как говорил один панда, там нет тайны. Нет никакой тайны. Секретного ингредиента нет. А ты все гонишься куда-то за чем-то, за ним-то. Так. Ага. Так. Так. Вот я здесь. И что вы мне предоставите? Ладно, вперед. Конечно. Выбора-то нету. Вот я тут. А, мне самому лезть, я думал, это уже мультфильм. Вот так-то красиво. Ну, действительно, какой-то бункер. Так, ну если это не немецкий, значит, это японский, это острова, какие-то японские эти... Все эти... Убежища. Неплохо, неплохо. Так. Ага, этих-то не хватает. Ну, так, мне что, поди, сейчас опять играть с клавиатурой надо. Так. Давай. Ох, твою ж, мать-то вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А вот если человек высоты боится? Это что, вообще страха нету? Или страх после тебя придумали уже только? Ё-моё. Вручную подключиться. Твою ж, мать. Давай. Лара? Поймать. Так, нажмите влево или вправо, чтобы поймать сигнал.
Ну, вот сигнал есть. Музяка. Так. Давай, давай, давай. Вот. Вы настроились на волну международной системы приема сигналов бедствия. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Выходи в эфир. Эдуара Крофтс Эндьюранс нас выбросила на остров в треугольнике дракона. Нам нужна помощь и медикаменты. Пожалуйста, ответьте. Ну же, давай, давай. Мэйдэй, 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 это Лара Крофтс Эндьюранс. На связи борт Н-117. Давай, Лара. Мы начали поиски, как только получили сигнал бедствия. Уже не надеялись. Мы тоже. А мы-то не надеялись. Так, ладно, сопли, не будем разводить. Я что-нибудь приду. Конечно, что-нибудь. Ой, что юж-то. Ну ладно, что хоть не самого низа, конечно. Но тем не менее, посмотрите. Снег пасишь, моча растворяется в воздухе. А учитывая, что под каким наклоном, да, размажет чертя собачья там. Ой-ой. Вот это был спуск. Конечно. Фантастически, еще и веревка оборвалась. Ты оборвала веревку. Разве так можно? Так, здесь должны быть люди. Топливные баки. Давай. Сейчас все, что есть, крутится, крутим. Это нужно как-то поджечь. Можно я отойду подальше сначала, перед тем, как твою нужно сработает? Так, что мы тут имеем? Тело. Мертвое тело. Ну, кстати, почему они так лежат в таких позах? Ящики, бутылки, ну это... Не надо говорить, конечно, не бухали. Это все нации, все люди. Японцы, корейцы, вьетнамцы. А что, азиатов одних перечисляют? Нет, немцы, кстати, не азиаты. Вот. Так что не надо на меня грешить. Так. Мы находим, что здесь. Это у нас полно. Ух ты. Здорово. Так. Мы научились делать огненные стрелы или что? Огниво, получено новое снаряжение. Это мне и нужно. Ой. Вот так вот, а потом обратно возвращаться с такими навыками. А что ты стоишь? Там такой взрыв. Давай. Гроза, молния. Это все-таки погодные условия, буря, вся хрень. Никто не уйдет. На японском, значит. А он еще и на меня. Я так понимаю, мне бежать надо. Там быстро, 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 быстро. Где? Эх, влево, вправо. Точно, я управляю. Так, от колеса подальше. А, да мне повезло. Мне крупно повезло. Так. Притормозили. Схватились. Ящик. И прыгнули. Вовремя. Мы молодцы. Мы убили еще нескольких людей. Ну, смотрите, не мы убили, но при помощи нас это все было сделано. Сие действие.
Так. Новая медаль, главное, так, новинка. На помощь. Пилот, мне нужно к нему. Нужно. Вот кто? Кто так строит дома? Что за курятник? Скворечник, курятник. Так, а у нас что здесь? Лагерь. Один лагерь надо найти. И он где-то есть. Мы вообще где? Так, деревня на скалах. Теперь понятно, почему. Так. Так. Путь у нас пока только один. Ну, по веревкам, смотрите, можно так-то перелезть. Только я не знаю, вообще можно ли туда. Так, ну куда смотрим сейчас? Куда залезть? Если будет можно, то это будет вообще шикарно. Так. Ой-ой-ой. Я понять не могу, почему все рушится-то? Без моего ведома-то. Я-то вот этого не заказывал. Ну ничего страшного. В рот компот. Давай, 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 давай. И я хоть успел? Что? Кто так строит? Представляете, целая деревня бы сейчас. Если бы не я, спас людей. Тем, кто обрушился. Я не успел. Давай, на тебе. Тварь. Чем мы тебя обыскали, нет? Так. Так вот, как удобненько, смотрите. Хорошо, я думал, какие-то взрывные стрелы надо придумывать. Оказывается, нет. Так, что мы с этого имеем? А что с этого имеем? Что, его уже обокрали, что ли? Итак. Нахожусь здесь. Так. Да уберите этот факел. Так, о, лагерь. Нашли. Ничего не понимаю. Над головой абсолютно чистое ясное небо, и вдруг налет... Итак, ладно, хоть я тебя переодел. Лара, что случилось? Буря возникла просто ниоткуда. Тучи просто окружили самолет. Лара, послушай, я видел катастрофу. Значит, ты где-то рядом. Возвращайся ко мне. Да. Значит, я где-то рядом. Ничего ты меня ассоциируешь-то. Уже. Хорошая подача. Ну ладно, давайте тогда так. Сама. Как быстро и энергично. На сегодня все. Вы были на канале Asmodee Play. Увидимся в следующем видео. Пока!